Сегодня решил такой ролик запилить. Ролик запилить. О том, как вот многие бабы, да, особенно в Москве, делают губы уточкой. Вот. Ну и Юльке тоже многие пишут, зачем она делает губы уточкой. И вот пришло время высказать мне свое мнение по поводу вот этих всех уточек. Ну, во-первых, когда у бабы губы раздуты силиконом, либо она сделала какую-то пластическую операцию, и это в разумных пределах все сделано, да, в разумных, я еще раз повторяю, это смотрится красиво, потому что пухлые губы, особенно когда они у женщины, да, это красиво, это очень красиво, понимаете? Может быть, вы со мной не согласитесь, будете мне противоречить, да, но это только говорит о том, что у вас тогда нету вкуса. Вот если вы обратите внимание даже на темнокожих братьев, а лучше, если вы обратите внимание на темнокожих сестер, у них у всех пухлые, красивые губы. Но у некоторых, правда, уже перебор. Но это раса такая, раса, понимаете. Вот. Итак, вернемся к пухлым губам нормального размера среди европейских сестер. Недавно посмотрел ролик. Один чувак шел по Москве, ну, видеоблогер, снимал себя. И ролик был на тему как раз... Ему не нравится, что бабы делают губы уточкой. Вот так вот. Ему не нравится, когда баба делает губы уточкой. И вот я сделал такую аналитику, короче. Вот если человек идет по Москве, снимает видеоролик о том, что ему не нравится, когда бабы делают губы уточкой. Вот о чем это может говорить? Если вот тупо посмотреть на этот ролик, то можно действительно поверить этому чуваку и подумать, что да, действительно, ему не нравится, его раздражает, когда бабы делают губы уточкой. Но напрашивается вопрос, а зачем об этом говорить? Зачем об этом делать ролик? Ну, не нравится тебе, когда бабы ходят уточкой, да? Ну, не нравится. И не нравится, да? Но нет, человек делает об этом целый ролик, посвящает этой теме. Целый ролик посвящает этой теме. Это говорит только об одном. Что-то в горло попало. Это говорит только о том, что как раз этому человеку нравится, когда бабы делают губы уточкой. Да-да, не удивляйтесь, этому человеку на самом деле нравится. Может быть, он и говорит вам, что ему это не нравится, и что это ужасно, и он не понимает, для чего они это делают. Но там... В глубине души этому человеку нравится, когда бабы делают губы уточкой. Это не может не нравиться. Это просто, это природа, ребята. Это природа. Вот, смотрите. Вот мне не нравится, когда у баб тонкие губы. Тонкие, маленькие губы. Вы представляете? Вот родилась баба, да, тёлка, а у нее тонкие, маленькие, масюпусенькие, тонюсенькие губы. И мне это, мне реально это не нравится. Может быть, потому что я тупой грузчик. Может, потому что у меня со вкусом непонятно. Но мне это не нравится. И если я проведу опрос, выйду на улицу и проведу вот опрос у нормальных, адекватных мужиков, спрошу, вам нравятся бабы с пухлыми губами
или бабы без губ. Я уверен, что в этот раз мне ответит 100% мужиков, что им нравится с пухлыми губами. Понимаете, с пухлыми. Там, уточкой, неважно. Но им понравится с пухлыми губами. Вот, значит, уточки туда ходят тоже. Вот. Так вот, вернемся обратно. Значит, вот мне не нравятся бабы с тонкими губами, да? И я ни разу не делал ролик по поводу, что мне не нравятся бабы с тонкими губами. Не делал я такой ролик. Я не шел по городу, не снимал мне и не говорил, что вот бабы с тонкими губами мне не нравятся. Это уродство. Это ужасно, это некрасиво. Это ужасно некрасиво. Я не шел и не делал такой ролик. Потому что я считаю, что даже смысла заострять на этом внимание нету. Ну просто уродство, там губы тонкие. Ну и фиг ли, я буду делать об этом еще какой-то ролик. Это и так как бы понятно, что это уродство. Что там буду делать ролик? А раз человек делает ролик, что ему не нравятся губы уточкой, значит ему они нравятся. Понимаете, нравятся. Просто в силу каких-то, ну, собственных проблем. Ну, например, у человека там геморрой, или у него писька маленькая, или у него денег нет, или он ходит в турецких копиях. В связи с этим он не может поиметь девушку с губами уточкой, понимаете? А вот с тонкими губами и с маленьким членом, и с геморроем, и с турецкими копиями он может поиметь, понимаете? Потому что порода тёлок с тонкими губами, она, скажем, ну так, так по чесноку, да, если это дешевая порода, она не пользуется спросом. Вот как собачки, знаете? Вот дворняжка, она не пользуется спросом. Ее не то что купить задешево можно, ее можно задарма достать, понимаете? А есть собаки породистые, понимаете? Их нужно только покупать. Так же и вот с губами, да? Вот если повезло тёлке, да? У нее красивые губы там, пухлые, или там уточкой она их делает. То у нее уже шансов поиметь мужика нормального, да? С деньгами, со статусом. Намного больше у нее поиметь этих шансов, чем у бабы с тонкими губами. Ну, всегда, конечно, есть исключения. Может быть, там, какому-то человеку со статусом, да, с большими деньгами. Но нравятся тёлки с тонкими губами. Я допускаю это. Есть такой процент. Я это допускаю. Но в основном, нормальным мужикам нравятся губы. Когда у баб губы более пухленькие, понимаете? И вот вы писали на протяжении многих лет Юльке комменты, что нахрена она делает губы уточкой, что у нее там в губах ботокс, что нахера она их раздула. Это примерно то же самое, что говорили, писали Юльке, что у Юльки вставные зубы, что таких вот ровных зубов и белых быть не может, понимаете, вот не может. Ну и то же самое с губами, что вот таких вот губ, как у Юлечки, да, быть не может. Причем я не понимаю, у нее не такие уже и пухлые губы у Юлечки. Что вы там себе напридумывали? Если она их делает уточкой, то это она их делает уточкой для меня. Потому что мне нравятся уточки. И тем не менее, вам Юлька не нравится, потому что у нее губы уточка. И тем не менее, вы все равно заходите на ее канал, смотрите, во-первых, на мое отвратное рыло, на мое отвратнейшее рыло. Кстати, у меня губы тоже, видите, явно не арийские, не тонкие. Вот, вы смотрите на мое рыло, вы меня все ненавидите. Тем не менее, вы на мое рыло смотрите, пишете комменты, тратите свое время. Наверное, вы мазохисты. Ну, а изначально, как бы, вы меня смотрите, ну, потому что я на Юлькином канале. Ну, не смотрите даже, если я на Юлькином канале. Не смотрите, нет, вы все равно смотрите на мое рыло. А, значит, во-вторых, нахрена вы заходите на Юлькин канал, если вам не нравятся ее губы уточкой? Ну, вот нахрена?
Ну я же не захожу на канал какой-то тёлки, у которой тонкие губы. Ну не захожу! И тем более комменты не пишу, и каждый божий раз не пишу ей комменты. Слышь ты, а у тебя губы типа жопой, будем называть так вот, вот так это уточкой. Вот так вот, это жопой. Не пишу же я этой бабе с тонкими губами, а у тебя типа губы жопой. И изо дня в день, а у тебя губы жопой. Ну не пишу же я никому. Я даже не захожу на тёлок, на какие-то там бьюти-блогерс, у которых тонкие губы. Даже не захожу. Вот так вот листаю бьюти-блогерс. Губы тонкие, не захожу. Губы пухлые, захожу. Потому что мне приятно смотреть на тёлку с пухлыми губами, а не с тонкими губами, или чтобы там вообще не было губа, была какая-то жопа. Ну вы либо мазохисты, либо вы противоречите сами себе. Значит, вам нравятся Юлькины губы. Вы все в нее влюблены. Да так как вы своим гусиным умом понимаете, что вам такую женщину, как Юлечка, никогда не заполучить, да? Что такая женщина принадлежит какому-то тупому грузчику, вам ничего не остается, как насрать в комменте. Вот и все. Вот так вот эту ситуацию вижу я. Это точно так же, как с геморроем. У кого что болит, тот о том и говорит. Это так же, как с педерастами, которые мне пишут, что я педераст. Ну, если я педераст, зачем ты меня смотришь? Значит, ты сам педераст. Но у меня нету другого объяснения, извините. Все, давайте. Чао!